Доброе утро! Новый телевизионный сезон на нашем канале мы открываем новым выпуском шоу-программы «Музыка нас связала». Интересные судьбы, истории жизни, музыкальные встречи и много песен для вас, наши уважаемые телезрители. На этот раз тема программы «День учителя». В преддверии праздника главными героями программы будут учителя. Специальными гостями станут артисты из Кабардино-Балкарии, известные российские исполнители Астемир Апанасов, Татьяна Третьяк, Ислам и Карина Киш. Они исполнят многим полюбившийся хит от «Адыга-диско». Также все вместе споем школьные песни. Не пропустите новый выпуск программы «Музыка нас связала» уже сегодня в 17:30 на нашем телеканале «Россия-1». Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко, в прекрасное далеко я начинаю путь. Я клянусь, что стану чище и добрее, не брошу друга никогда. Слышу голос и бегу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Прекрасное далеко, я начинаю путь. От музыки к спорту. 5 октября на стадионе «Нарт» Черкесска состоится очередной матч в рамках турнира второй лиги. Одноименная команда примет на своем поле соперников из Назрани. Туром ранее футболисты «Нарта» в гостях выиграли у «Дружбы» из Майкопа 3-1. «Ангушт», в свою очередь, предыдущий матч дома свел в ничью. Верим, что в ближайшую субботу наши спортсмены продлят успешную серию игр. Далее прогноз погоды, а в 9:30 смотрите «Вести» Карачаево-Черкесия. Удачного всем дня и до встречи в эфире. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 4-9, в горах минус 1, плюс 4, а днем 18-23 градусов тепла и местами до плюс 15. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-8, а днем 20-22 градусов тепла.